19 команд со всей страны. На стадионе «Старт» начался турнир по мини-футболу в рамках Всероссийской спартакиады спортобщества «Динамо». Соревнования подобного высокого уровня проходят в нашем регионе впервые. Со стороны руководства спортобщества это дань уважения тому, как в Ульяновской области относятся к развитию динамовского мини-футбола. У нас очень хорошая команда, очень хорошие традиции мини-футбольные. Наша команда – серебряный призер подобных соревнований. В 2007 году мы в Республике Калмыкия мы заняли второе место. О турнире десятилетней давности в Калмыкии уже складывают легенды. Одна из них гласит о том, что финальный матч между хозяевами и ульяновцами превратился в настоящий триллер. Он завершился в ничью 3-3, а в серии пенальти сборная Калмыкии вырвала победу. Было тяжело, нас очень принимали так, можно сказать, недушевно. Судьи очень отнеслись, дошло и до драки. Поэтому хотим, как говорится, отомстить. Андрей Злыдарев – один из трех футболистов ульяновского «Динамо», которые выступали 10 лет назад в «Элисте». Вместе со своим братом Виктором, а также Иваном Шишкиным, он и сейчас ведет ульяновскую команду к новым победам, передавая опыт новичкам клуба. Самое главное, что остался дух командный, который позволял нам на протяжении долгого времени биться за самые высокие места на всероссийских соревнованиях. В своем стартовом матче соревнований ульяновцы обыграли сборную Алтая со счетом 3-1. А во втором поединке встретились с самым принципиальным соперником – сборной Калмыкии. Упорный поединок завершился уверенной победой подопечных Дмитрия Николаева – 6-3. Теперь ульяновцам осталось сыграть с командами Калужской и Липецкой областей. Завершится турнир 6 октября. Михаил Сашанский, новость «Ульяновской правды».